Всем привет, это канал На Спорте, и у нас наконец-то футбольные челленджи после такой долгой паузы. Яркая эмоция была. Ребят, смотрите, у нас звездный состав сегодня. Просто посмотрите на этих ребят. Зидан с нами, Зидан. Люди просто звезды мирового уровня. У нас про футбол челлендж сегодня. Конечно. Известный канал. Миша у нас побил рекорд Гиннесса в предыдущем выпуске. Всем привет, всем удачи. Данила Махалин, футболина. Здесь будет нарезка голов. Счастья вам, здоровья, удачи. Антон. Это Антон Карпов, чужой. Всем привет, друзья. Сегодня будем побеждать и отвечать на вопросы футболины. Ребят, у нас сегодня челлендж на меткость. Нужно будет попасть в бутылку, самую большую вначале. С каждым разом бутылка становится будет все меньше и меньше. Выигрывает тот, кто первый дойдет до самой маленькой бутылки. Если бы это был канал Федор Маслова, он обязательно пошутил бы, что потом мы на эту бутылку садимся. Блин, спасибо. Я хотел сказать, но не успел. Мы все хотели сказать. Ребят, начинаем. Такую. Да, у меня шансов, в принципе, нет. Прикол-то знаете в чем? Сейчас-то я. Я привык забивать голы, а здесь что, выше надо ударить. Тивья бы тебя там. Как считаешь, какие шансы у тебя? Какие шансы? Шансы? Да. Ну, вышел с карантина, все хорошо в целом. Я про челлендж, не про жизнь. Тогда у меня шансов, в принципе, нет. Тут ребята очень серьезно собрались. Ну, как и всегда. Я не попаду просто. Не попадешь. Все, конец. Да. Зафиксировали. Я не умею. А если бы на канале Фидос? Я попал мочой, Залупа! Залупа! Да, шансы есть у тебя? Шансы. Ну, слава богу, что я не на футболине сейчас бы. 1900 год, там, тренер Спартака. Я такой, блядь, что... Ты нас потянешься? Я подтяну. Что делать? Здесь попасть мячом в ворота, все просто. Я готов выигрывать. А, я буду пробовать попадать, если получится. Все здорово, если нет, то... А, и жонглируй немножко. Чего, блядь? Нормально. Да, давай, Миша. Вывод, видели, все, вывод. Прикол-то знаете в чем? Сейчас-то я. Не верите в меня? Я тоже не верю. Рядышком. Ну, неплохо было, неплохо. Скоро должен вернуться в глав ЦСКА. Я помню, он вот так в финале сидел. Ну, только попадет. Это считается? Нет, конечно нет. Это перекладина, друзья. Это хуйня. Сам вот эту кашу заварил. Давай. Когда кто-то сбивает, что происходит? Фанфары, тёлки выбегают. Что будет? Такого не будет. Там Баня на втором этаже сауны. Голенький прикрывается. Кто-то стреляет. Сейчас будет, чувствую. Не будет. Вот это лучше! Заходил вчера! Понимаете, если был бы удар в ворота, и бутылка была в воротах, было бы проще попасть. Я привык забивать голы. Здесь попасть мячом в ворота, все просто, я готов выигрывать. А здесь что, выше надо ударить? Ну, непонятно, что он делает. Блин, ну, такое вот. Самый, наверное. Самый неудачник здесь. Давай. Лузе. Правильно. Кстати, удобный мир. Плотненький, давай. Сложно, все, я понял, как бить. Я понял, щечкой нужно бить просто, щечкой. Внутренней стороной стопы, друзья. И сегодня мы разберем технику удара щечкой или удара внутренней стороной стопы. Я сказал вам фаворит сразу, это было очевидно. А, мне нужно теперь попасть в более мелкую бутылку. А ты в нее втрусь? Да, в нее. Да. Этого хватит, все, чтобы нет, закончить? Я попал, Разве такое бывает? По-моему, только в ролике у Артура попадает Артур. Реально, что это было? Я пытался его убрать от мяча, он взял, попал. Во,
Второй герой нашего челленджа, получается. Я просто жду, когда закончится челлендж. Так, я буду смеяться, если профутбол челлендж ни разу не попадет. Почему ты Илюху всегда называешь профутбол как менеджер или челлендж? Пификань попал, просто маленькая бутылка не, Артур, попал. Не, хорош, две сбил, все. Ребят, я сейчас, честно говоря, попал несколько раз. Сейчас стараюсь не попадать, потому что, ну, типа, чтобы ребята догнали, и какая-то дожди интрига. Меня, интрига меня. Все-таки была. Скоро буду. У нас еще четвертый есть, ребята. Ну вот, да, я говорю, что так сложно. Вот, все, спасибо, красава! Красава, бро! Это красава! Ты поиздевался вдоволь? Все, подписывайтесь на канал Король Артур. Вот такой парень, классный. Зовет всех ребят и сбивает сам. Позови его на футболину, посмотрим, что он там. Спартак отгадает, блядь, 90-го года тренером. Почти, почти у нас разница в одну бутылку, что с Мишей. Постарайся. Рядом, да, было? Соревнование такое. Вдвоем интересно чувствовать. Да, да. Нормально себя чувствовать. Нахрен мы пришли. Что остались? Мы вдвоем. Два девственника. Откуда берутся девственники мужчины в 22 года? Эй, а что убрали? Ну я пропущу это. Я думаю, Крестовина, надо вар смотреть. А есть еще интересные такие, кто не попали в большую бутылку? Да, кстати, нет, это лохи. Че за лохи такие? Спасибо. Эй, аспозируй, что это я, типа. Спасибо. Хорош, хорош, да, Даня. Красавчик, да, да. И самое главное, я первый еще. Офигеть. Шишки, ребят. Вот. Ты уже бил! Вот, ты вот, уже вот, бил! Вот, ты вот, бил! Типа. 120! Что вы целивали? Уходи! Спасибо за поздравления, спасибо. Ну что могу сказать? Было много неудачных попыток. Вот, ну что получилось, то получилось. Очень интересный конкурс. Что получилось? Что получилось? Браво! Я предлагаю не выкладывать ролик, не выкладывать. Есть небольшие технические сложности. С ногой правой. Что, будет еще конкурсы какие-нибудь? На дне рождения твоем. Карандаш, бутылка, давай вот это. Нормальная тема такая. Ребята, это был самый-самый потный челлендж на спорте. Посмотрите на нас, посмотрите. На эти лица, они испытали на себе. Это моя рука. Это его рука. Челлендж с бутылками. Вывели победителя. Все очень просто оказалось. Я не понимаю, что простого, ну ладно. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, какой челлендж нам снимать в следующий раз. И до новых встреч. Пока-пока. Счастливо. Всем удачи, обегачи.